украшение. Исцели меня, Господи. Исцелен будет. Спаси меня. И спасен будет. Здесь не имеется, я думаю, не имеется в виду, так сказать, вечное спасение. Хотя кто-то может это и так иметь в виду. Здесь имеется в виду просто вообще спасение в генеральном значении. Может быть, даже самых каких-то... Спасение жизни, например. И так далее. Не в этом дело. Дело в том, что Господь – источник воды живой. И я прихожу, я прибегаю, я хочу пить, я хочу наслаждаться, и я хочу иметь жизнь. Я прихожу к Господу за исцелением, и Он исцеляет меня, будучи верен и праведен, и Он спасает меня, будучи любящий, очень хороший, очень добрый Господь, живой Бог, живая вода, живой источник. Это то, чего мы приходим сюда иметь. Мы приходим иметь общение с Господом, мы приходим освящаться, мы приходим пред Его престолом для того, чтобы иметь исцеление и спасение и общение с Ним. И чтобы прославить Его, потому что Он хвала наша, Ты хвала моя. И сейчас у нас есть как раз на это возможность, и Господь хочет, чтобы мы стали, поклонились Ему, поблагодарили Его, прославили Ему, принесли Ему наши молитвы, да благословит нас Господь. Всех давайте станем с вашей молитвой.